Всем добрый день! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня будем готовить, на мой взгляд, самый простой пирог на молоке с бананами. Для этого рецепта нам нужно 2 спелых банана, 80 грамм сливочного масла, 2 яйца, 1 стакан сахара, муки 1,5 стакана, 1/4 соды погасить кипятком и 100 миллилитров молока. Давайте готовить! Разминаем банан вилкой. Добавляем 80 грамм масла сливочного. Растираем его. Разбиваем 2 яйца. 200 грамм сахара. И все перемешаем. Постепенно всыпаем 1,5 стакана муки. И перемешиваем. Гасим соду кипятком. Перемешиваем. Вливаем 100 миллилитров молока. Вот такое тесто у нас должно получиться. Оставим минут на 5-7. Берем формочку, смазываем и выливаем наше тесто. Ставим пирог в духовку на 200 градусов на 30 минут. Смазываем сметаной. Условной сметаны этого достаточно. И опять ставим на 20 минут в духовку. Пусть допекается. Разрезаем наш пирог. Внучек уже потрогал, да? Да. Ждешь пирога бабушкиного? Да. Да. Самый такой полезный для деток. Дегустатор мой сидит, ждет. Степка? Степка, да. А давай. Я давай. Накладываем. Накладываем. Дай бабушке только снять, показать, какой у нас пирожок получился. Помощничек ты мой. Дай бабушке вот так показать надо. Вот так покладем. Молодец. И вот такой разрезе у нас получился банановый пирог. Вот он. Видите, пропекся. Пропекся. Один диамантюсы. Вот он. Пропекся. У нас пирожок наш. Я могу потрогать, потрогать. Пирог получился ароматным, как я вам обещала, быстро и очень вкусно. Готовьте на здоровье. Спасибо, что заглянули ко мне. Можно потрогать? Можно, можно.